Рано спугнули. Японец? Нет, папа римский. Так держать! Рыбаки? Заблудились. Понятно. Обыскать! Есть обыскать! Какой фирмы? Предъявите вашу судовую роль. Пройдемте. Но? Постучали? Хватит. Вы что, глухой? Я вам по-русски говорю. Давайте. Ну? Да, ровно миля. Итак, что же вы делали в наших водах, господин рыболов? Это на связь. Спасибо. Мои здоровья очень хорошо. Не интересуюсь.
Вам, Мирона Ахоровна, хотите немножечко русика водка? Стой, старший лейтенант. Накрыл радист. Стучит черт морзянка, отчего неизвестно. Думаю, шифровка. Ну, может, шифровка. Сюда. Это же рыболовы, случайно заблудились. Младшего лейтенанта ко мне. Есть младший лейтенант к вам. Вчера Федора Дотика. Очень плохая погода. Как сердце бросается. Прочная и обманчива. Кончили? Не понимаю. Тито? Плохой из вас комик. Юмора мало. Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант. Переведите. Можно вслух. Есть. Передайте господину Курада. Встретились смелый в 2 милях мыс Зеленый. Ждем помощи. Материалы под угрозой. Под угрозой? Ай-яй-яй. Это какие же материалы под угрозой? Я вот отказываюсь говорить с умрачным лейтенантом. Понятно, господин старший рыболов. Можете идти. Есть. Посмотри-ка получше. Предупреждаю. Машина испорчена. Успели? Товарищ командир, опыт. Но. Не окунь, а целая щука. За шкипером смотреть особо. Рыбак крупный, понятно? Понятно, товарищ старший лейтенант. Зря не хватайтесь. Стрелять в крайнем случае. Есть. Есть. Thank you.
Волну надо брать хитростью, товарищ Косицын. Так я и беру. Фу, товарищ. Беру. Кто ж так берет, товарищ Косицын? Анетта! Стой! Полный вперед! Эй, самый полный вперед! Не вижу хода! Примерзли! Товарищ старший лейтенант, ты винты на металлу! Стоп машины! Освободить винты! Освободить винты! Зажгите бортовые. В крайнем случае... Thank you.
Все в сборе? Очень хорошо. Ну тогда давайте учтем личный состав. Ваша фамилия? Господину X. Так. Ваша? Господину Y. А ваше, значит, будет Z. Ну, тогда вот что. Вы здесь будете старшой, а я комендант. И разъясните своей команде мою установку. Ну, мы здесь, собственно, как бы на положении острова. Это раз. Земли, как видите, здесь немного. Земля... наша советская, Н2. Ну и порядки здесь будут такие же. Озорства не устраивать. Во всем соблюдать порядок, ну и сознательность. А коли что, буду карать. Карать по всей строгости советских законов на правах коменданта. Понятно? Вопросы будут? Будут. Вы комендант? Ну? Очень хорошо. Тогда обеспечьте команду продовольствием. Кася, раз. Риба, два. Суратская, три. Все. Рыбу не обещаю. Кашу придется подождать. А вот насчет сладкого, придет наш катер, и будете иметь компот, и в удвоенной порции. А надо, сучьев надо, сигнальный костер запалить. Хорошо, запаряйте. Распорядить, чтоб собрали. Нельзя. Почему? Команда барня. Живот барить. Вижу, лапшой обожрались. Ну ладно. Ой, сва. Раз я на хуне не сингостеру. Хуне не ноте юконга инда. Кемева. Сида я войне. Сарада. Мига, каташна ино. Краснопу. Ай! Ай! Ай!
Onde i kjo dhe se vajnë da? Po kjo dare ke më të ruka? Barcelona vëna e jo, së rëdhe folinë lo të iko. Ska si se ki. А ну положи. Добром прошу. Положи. Подошли. Я ведь рассердиться могу. Я ведь... Рыбаки! Жулики! Не надо бояться. Японский рыбак наполнен добра. Вижу. Благоразумность – орудие храбрых. Как это? Худой мир, ручьи добрый сора. Очень хорошо.
Вы храбры, но вы тот же довольно сирны. А вы ближе к делу. Я ведь не барышня. Хорошо. Верните весра. За это мы сохраним вам жизнь. Спасибо. Я свою жизнь сам как-нибудь сохраню. Очень умно. Хотите иметь, как это, магарыч? Магарыч? Я по-японски не понимаю. Я, кажется, говорю вам на русский язык. Говорите-то вы по-русски. Смысл у вас вот японский. Но-но-но. Говорите прямо. Сколько? Пацана хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Чего? Ах! На сонного напали и рады. Какой бушлат мне загубили. А ну давайте нож сюда. Ну? Нож! Thank you.
Вадатоси ва коросоно антоино сураш. Не рощай. Ваша команда по чужим кастрюлям гораздо. Боюсь, свинцовым горохом подавит. Thank you.
Хочу спать. Не хочу. Не хочу. Замолчи! Хорошо. Я вуза не пес. Извиняйте. Я думаю, делать приятность. Многие сибиряки любят красивые песни. Я не сибиряк. Извиняйте. А кто? Теткин племянник. Теткин?
Очень хорошо. Я думаю, вы сворги. Бружанские песни тоже очень хорошие. Так и то. И зима, и еще моя сударусика, жив я, уривет себе, уривет. Очень хорошо. У вас есть сударусика? У меня есть. Интересно. Что думает сейчас обо мне моя бедная сударая матушка? Что думает? Думает, какую же хитрую шельму она на свет родила. Ачачхо! Кто вы есть? Простой солдат, в нашей императорской армии мы всегда бьем русского царя и его солдат. А я за царя не отвечаю. Вы забыли Цусиму? Цусиму? Забыл. А вы Хасан, помните? Знаете правила? Сдается тот на шерлей. Вот я и смеюсь. А ну на место. Живо. Ну. Дай садону ахиджона кикен не очи и теру. Дон ноги своего харатта мозгу, нава на киреба на ран. Не помфуни! Это наш императорский корабль. Скоро вы совсем можете отдыхать, господин комендант. Шесть. На четыре. Ничего. Thank you.
господин комендант. Мне провожатых не надо. Японская шхуна держит прямо на остров. Что ж нам по дороге? Есть! Старший лейтенант, за ваше отсутствие на острове никаких... Давай, жести! Не тот Робинзон, черт курносый! Что? Спит. А ну-ка возьмем, ребят. Странно у самураев устройство, товарищ старший лейтенант. Странно говоришь? Ага. Кланяются, улыбаются. Вежливо, что ли? Щука, она всегда вежливая. Если ее за жабры возьмут.